Полпред президента России Сергей Миняйло выступил в поддержку властей Тувы в пользу скорейшего завершения финансовых расчетов по уже выполненным работам аэропортового комплекса. В своем заявлении полпред отметил, что в настоящее время существует ряд вопросов, создающих угрозу своевременности завершения работ на объекте. Генеральным подрядчиком работ является АО «Сибмост». На данный момент сформирована задолженность с его стороны перед субподрядной организацией. Федеральный бюджет выполнил свои обязательства своевременно и в полном объеме. При этом расчеты с субподрядными организациями затягиваются, что может привести к остановке работ на объекте и срыву реализации проекта. Кроме того, фиксируется отставание по объектам третьего этапа реконструкции. Дополнительное внимание должно быть уделено исполнению сроков поставки и монтажа систем светосигнального оборудования. По мнению Сергея Миняйло, с участием всех заинтересованных сторон должны быть сформированы актуализированные графики работ. Отметим, что процент выполнения работ от общего объема составляет 97%. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 62 копейки, евро 67 рублей 77 копеек.